Всем привет, с вами Миша Багер. В этом видео обычные полицейские будни на Малиновку РП. Просто трэш и угар. Все как вы любите. Приятного просмотра. Выпускайте. Так, никого не выпускаю. Кто за то, чтобы выпустить Владимира плюс чат? Я. Минус. Никита, тихо, помолчи, Никита. Так, не, у мужики тут, адвокат, по-моему, единогласно. Единогласно. Адвокат. Я тебе как старший по званию говорю, нет. Тут одни. Тут единогласно, ты понимаешь? Тут единогласно, давай. Ты долбоёб? Эти все люди уволены. Ты пидорас? Да, ты иди нахуй, блядь, крапу выбери. Убей Али, он против людей. Кто ты себя трахал? Я сказал. Единогласно. Все, нормально. А вот этого? Мы честная страна. Сука, блядь, вот куда ты едешь, пидор ебаный? Опа, останавливаемся. Да пошел ты нахуй. Почините. Я рекламила. Еще один. А, это ППС, слава богу. Ё-моё. Что у нас много очень. Постройте. А что здесь такое? Это у нас люди на один пост пришли. Это все на один пост мой пришли. А чё, нам задолбались, когда нас убивают. Значит, сейчас формируем два поста. Решили тут забасовать. 3-4. От Данил... Окончающий Данил Бунгила. Это будет пост номер один. Раз, два. Такой бред. А чё там? Да, блядь, меня уволят в следующий раз, ну, блядь. Лев говорит, еще раз увижу на встречке, уволю Багер. Опять садись, так все время. После этого сделаем. На трассе. Побежал. Короче, выходим в трейд. Чё там? Бежит наш подчиненный. Он отдыхает. Давайте, я уже возле трассы, как это федералки. Мы прям за тобой. Да, я вижу. Все, давайте подождем немножко. Можем, в принципе, на этой, бля, хуйне дальше всех резать. На гелике сейчас поедем, бля. Давай. Я на это поерлычу. Это ж нон-РП-коп только, да? Хотя, подожди, скрытное преследование. Ну, это нон-РП-коп, это вам. На карту посмотри, он прям вообще тэпнется жестко. А, это другой тэп. Я без капота еду. Эх, как заносит эту тачку. Который я еду. Понял. Владелец зашел и это. Че, покинул? Да, да. Все? Так, пусть открывай. Давай, открывай машину. Давай, реально. Не смешно. Или наше путешествие будет длиться очень долго. Я сейчас вообще буду вплавь добираться. Пойми, не понял. Езжай, короче, вперед, возьми патрульную машину. Да, реально. Дай пульт. Лучше бы я взял ключи и открыл машину. Как будто у него есть. Я знаю как. Смотри. Если мы топим твою машину... Нет, давай и расстреляем ее. И также расстреляем.
Чики. У нас просто святой отец отказной. В отказу будет. Смотрите, и лучше по-хорошему открой машину, то так будем долго добираться. Да, открывай машину. Это похищение. Я 10 километров в час сделаю. Короче, бежим тогда. Легкая пробежка, утренняя. Ну да. Сосать. Опа. Нормально, да, пацаны? Ой, блин, сейчас дети притянут. Так, уважаемые пассажиры, мы уходим из автомобиля не менее 5 секунд. Лука, сейчас. Пошли, Ваня? Не понял. Богдан, блин, ты что сделал? Богдан, тут этот есть. Вазик наш. А, Ваня, вот он. Ваня, привет. Основание. А кто в тюрьму? Мне прям ровненько хватило. Нет, давай, блин. Не буду. Стоять! Все, давай, блядь. Зачем только обло забрал? Да зачем вы сами не подчинялись доблестным сотрудникам ММВД? Сказали, что паркуемся. Я в машине сидел, а окна были закрыты, не слышал. Санька, Санька, ну против кого ты идешь? Ну ты друзей моих обижаешь, что мне делать? Ну твои друзья, ну неправильно делать, понимаешь? Ну за базар не увозят, что будем делать? Кушаем свинину вместе, поехали, Санечка. Выдадим вам устное предупреждение. Товарищ Вадим, я очень искренне надеюсь, что в следующий раз вы на азербайджанском языке свою мать не будете оскорблять свинью, потому что это не по-мужски. О, святой отец вышел. Так, я никогда никому не позволю оскорбить мужскую честь товарища Вадима Депо. Поняли, кто его лохом назвал? Покажите мне пальцем этого человека. Вон тот, вон товарищ, кто вас лохом назвал? Лохом, а не лохом. Вон тот, Артём. Кто, кто, пройдемте за мной. Пройдемте за мной, покажите на пальцах, покажите. Кто? Ниже, садись, на этом поедем. Останавливаемся, уважаемый. Зачем вы назвали... Он вашу мать оскорбил? Я что я лох. А, вы... Подождите, вы данного гражданина посмели оскорблять или как, уважаемый? Ну, блин, Дракон тогда по ляму играет. А ты по ляму выиграл в предыдущий раз? Нет, у меня 7 осталось. Пацаны! Пацаны, блин! Так, пацаны, дайте выходим из транспорта, молодые люди. А что такое? Стойте на месте. Что? Во что, блин? Приехали люди. А ты что сделал? Это Богдан, открой. Ты зачем у меня забыл? Слышь, блядь! Не понял. Я тебе что пизды дам, блядь? Гау, гау, гау. Вы чё, пидорасы? Всё ясно с ним. Да куда ты, блядь?
чел. Егор, там по-любому играет кто-нибудь? Не, вообще никого там, блядь. Максимум играет по 5000, блядь. О, нихуя себе было опасное, блядь. Это же воровская. Служебный автомобиль. Нихуя себе, блядь. А когда у вас там это. Когда у вас там собеседование? Я тоже хочу такой служебный автомобиль, блядь. Это воровская автомобиль для бандитов. Как бы это. Я понял. Да по вам сразу видно то, что вы опасны, с вами лучше не связываться. Так вы АУЕ или мусора? Они не те, не те, ебать. Они просто живут по понятиям, ебать, ебать всех подряд.